большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области облачно с прояснениями, осадки в виде снега, температура воздуха в дневное время -10, -14 градусов, ночью 16-18 ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, осадки в виде снега, днем 14 градусов с минусом, ночью 18 ниже 0. Ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, небольшой снег, днем -14, ночью -17 градусов, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем -13, ночью -15 градусов, ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.